Здравствуйте! В санатории Ясельда новинка – камера нового поколения. Камера гиперборическая – система кондиционирования воздуха. Какие преимущества? Как дополнительная опция имеется система кондиционирования воздуха. Температура газовой среды внутри камеры может быть от 15 до 35 градусов. Рабочее давление от 1,2 до 1,5 атмосфер. Минимально рекомендуемая длительность процедуры – 40 минут. Имеется трубка системы голосовой связи. Для вызова оператора пациенту достаточно нажать кнопку вызова на пульте связи, расположенного внутри бара камеры, и начать разговор с оператором по громкой связи. Имеется автоматическая и ручная балансировка давления. Процедура проводится в удобном положении лежа. Имеется большая сдвижная прозрачная дверь, что создает наилучший комфорт и безопасность для пациента. Исчезают симптомы клаустрофобии, боязни закрытого пространства. При получении 5 и более процедур доказано, запускаются процессы самовосстановления организма благодаря гиперборическому эффекту при воздействии на кровь человека. Растворяясь в тонких капиллярах, кислород пронизывает все ткани и органы, тем самым активизируя каждую клетку организма. В настоящее время на первое место по получению баротерапии вышли состояния после перенесенной ковид-пневмонии. С показаниями и противопоказаниями познакомьтесь на нашем сайте yaselda.by. Здоровья вам! Приглашаем!